скачку провел Ахмеда Джейлиус на втором месте Хайфайт. Тут же инкрустация на четвертом месте Харьковский. На пятом Малай. Скачку потери тут инкрустация на Джейлиус. 200 метров пройдет за 12.5 секунды. Скачку потери тут Ахмеда Джейлиус и инкрустация на третьем месте Хайфайт. На четвертом главе, на пятом месте Харьковский. Как же мы движение за второй фунтом на четвертом главе, на пятом Харьковский. 500 метров пройдено за 28.80 секунды. Движение за второй фунтом на третьем месте Харьковский. Нет, на четвертом главе. Он глухой.